Здравствуйте, друзья! Меня зовут Константин, я живу в Ирландии, и сегодня покажу вам парочку-троечку лайфхаков с DJI Pocket 3 и штативом Ulanzi. Когда я распечатывал в предыдущем видео этот штативчик, я говорил, что я голову не буду использовать. Она как бы тяжелая и весит почти столько же, сколько тренога, и с собой как бы ее брать не ахти, но вот дома... Дома даже очень даже здорово ее применять. И вот почему. Я вот взял этот каблучок, который называется Arca Swiss. Это когда-то была такая компания, она выпускала профессиональное оборудование для фотографов. И вот этот стандарт они придумали 38 миллиметров. То есть 4 сантиметра здесь, 4 здесь примерно, да. 38-миллиметровый, значит, каблучок, каблук, будем так говорить, Arca Swiss. Я его пристандарил сюда, он идеально прикручивается к, значит, вот к этому каблучку, который от DJI Osmo Pocket 3. Дело в том, что когда этот каблучок один, его не хватает для моей руки. То есть, когда я его пристегиваю, значит, к камере... Мне как бы не хватает руки, то есть мне маловато он. Но и поэтому я все время прикреплял, вот добавлял еще вот эту вот треногу. Сюда ее прикручивал треногу. Я даже в предыдущем видео рассказывал, как я это сделал, что я сделал там в этом, в надрез даже сделал в этом, в кейсе. И специально, чтобы они там помещались. Вот чтобы его не раскручивать каждый раз, чтобы не откручивать, прикручивать, чтобы он в кейсе лежал целиком, вот вместе с этой штукой, я там сделал такое специальное отделение. Но вот сейчас, когда появился у меня этот каблучок, этого вполне достаточно. То есть здесь мизинец ложится, вот так вот получается, я беру, да, или как мне удобнее показать. В общем, мизинец как бы внизу, очень удобно эта площадка лежит на мизинце. И запросто вполне хватает... руки и пальцев достать до самого экрана. То есть можно и по экрану менюшку играть, и, разумеется, и на джойстиках играть. Так что вот вполне достаточно вот этого каблучка. Вот этого как бы маловато для моей руки, а вот вместе с этим каблучком, с маленьким, очень-очень здорово. Вот это такой первый лайфхак. И сейчас покажу, как он держится вот на этом самом, на Arca Swiss. Очень здорово. Вот он сюда вставляется очень легко, элементарно, просто. Дома его управлять тут, так вы, наверное, не видите. Сейчас я его опущу, чтобы было видно всю камеру. Штативчик очень хороший, очень качественный. Ulanzi, это значит китайская компания, но они научились делать. Они действительно делают хорошее качество. В Европе такого качества я не нашел. Вот это Ulanzi, это пока самое лучшее, что я нашел. Если вы знаете что-то еще более лучшего, с удовольствием расскажите мне. Ну вот, и получается, что вот его очень удобно снимать. Буквально там даже не пол поворотика, чуть-чуть вот его открыть. Раз, все, он снят, и он еще плюс, он хорошо стоит на столе. То есть вы можете эту камеру держать на столе, не используя эту треногу. Хотя треногу тоже можно использовать, прикрутить ее сюда обратно, как это и было раньше. Но вполне достаточно, чтобы даже вот на этом каблучке она очень, так сказать, стабильно стоит. Вот. Ну, а когда мы идем в поход, разумеется, мы все это делаем наоборот. Мы откручиваем вот эту голову. Она нам как бы остается дома. Мы ее оставляем, собираем, этот, разумеется... Вместе. Для этого есть отдельный чехол. Я его тоже показывал при распаковке. Вы видели это все. Вот. И, значит, камеру мы очень просто. Мы берем, просто ее ставим в чехольчик. Как это и все время делаем. Отстегиваем эту штукенцию. И сейчас покажу, как мы собираем сумочку. Вот это как бы лайфхак номер два. То есть, как он помещается в сумку. Он запросто помещается. Первое, мы ложим камеру. Так,
Вот так вот я ее сюда ложу, ремешочек сверху. Потом я ложу микрофон. Заказал беленький, вот долго жду, что-то у нас тут ветра были страшные эти самые. И как бы сюда, значит, в крайне ложим микрофон. В среднюю мы ложим батарейку, где она, в общем-то, и должна быть, да. И в тот же самый средний отдел ложим, значит, треножку. Сейчас покажу, чтобы видно было. Вот остается одно местечко, как раз где оно было оригинально при покупке вот для этого каблучка. И здесь она вот запросто помещается. Очень просто помещается, это все закрывается. Там еще у меня карты SD лежат и шнурочек USB-C. Вот это лайфхак номер 2 или 3 уже, не знаю. Ну, в общем, смотрите. И еще один лайфхак. Вот, смотрите, как это продевается. Оказывается, эту сумочку DJI можно носить на ремне. Она легко продевается, этот ремень, вот здесь вот. Ее легко можно продеть и одеть, я не знаю, там на ремень можно одеть, можно на плечо одеть. Если у вас есть сумка, разумеется, вот с такими поворотными этими, как ему, карабинчиками, да, то есть, ну, тогда просто-напросто пристегивайте к сумке, допустим, какой-то большой, допустим, сумке, да, ее через плечо, а это у вас будет висеть, как бы, ну, перед сумкой, перед большой сумкой. Вот такой коротенький лайфхак по поводу DJI Osmo Pocket 3 и компании Yulanzi. Хорошая компания Yulanzi, качественные продукты, могу смело уже рекомендовать. Все, с вами был Константин из Ирландии, всего доброго, всем добра, ребята.